кудой дальше. Оттуда я пришел. Туда нельзя. Сюда можно. О. Обыча. Ну, наверное, сюда. Нет? Что? Внизу что-то лежит. Ты страшный? Тихо. Что-то тут еще свистит. А, внизу. Гениально. Я опять заблудился. Ну, еще нет, но сейчас заблужусь. Ай. Найденный стимул. Чё? Чё дальше? Чё за хрень? Собака страшная. Чё дали найденный? Выносливость, все, варится дрона. Менее гальванический. Найденный снимок. Что? И что это за дрянь? Пасхалка какая-то, что ли, чуть-то. Кинетические преобразователи. Откуда? Это я знаю, да. Ну, у меня, в принципе, 10 хилок есть. То есть это еще один шорткат, хотите сказать? Ай! 9 хилок у меня есть. Так, вот тут еще что-то куда-то. Ну-ка. Где-то кот поблизости, да? Где я, хер знает. А, ну вот, вот сюда я упал, походу, да? Мне бах.
не сюда. То есть здесь шорт есть, ага. Надо запомнить. Или записать. А вот и босс. R. Вот звенит же где. Ну, забирай. Брателло. Все. Ну, меня сейчас тут грохнут, скорее всего. Сколько у меня душона? I'm over here! Ah, get me out of this! Help! Dude, please! My little fearless friend, Iron Mouse has no idea what's coming! Just wait till he gets a load of his puny sidekick, Rusty Rot! Tied to a rocket rigged with explosives ready to blow! Как его освободить? As for you, Iron Mouse, just wait till you fall into my dastardly trap! It's what you deserve! Fall is ruining my plans! Soon I will destroy you and your do-gooder sidekick! Once and for all! Oh! He stands in my way! Так, это куда? Это... А, это вниз. Что? Опять вниз. Господи. Хреново туча проходит. Подожди, как крысу-то спасти? Это крыса. Или она уже улетела? Нет, еще. Ну, это как-то наверх надо попасть. А как мне наверх попасть? Куда ведет? Это вот вверх ведет, вроде, да? Блин, это сейчас все взорвется. Ау! Что это? Как получили? Одиночное крепление. О. Лол. Так, и как тебя спасти? Да, блять! Нихера не вижу, ёпа. Ты.
А кстати, а чё мышиный комплект дает? Когда вы используете противоударный щит, вашего дрона также значительно повышает вашу. А, противоударный щит, а у меня его нет, нифига, да? Противоударный, блин, а где противоударный щит лежит? Так, как тебя спасти-то? А, все, я его не спас, короче. Ну, блин. Зафейлил задание. Твою мать. Бегал, бегал, искал, искал, как его спасти, короче. Понятно, как обычно все, господи. Сколько у вас тут всяких, а? Как тут с тобой биться, интересно? Левая рука. Господи, куда они этого кота засунули, ёптать? Внизу еще что-то там бегает. А, ну вон он, да? Господи, я сюда дорогу никогда в жизни не найду. Это что за отстой? Нормально ты уехал, да? Ой! Это куда? Кошмар. Я вообще не представляю, где я нахожусь. Вот. Вообще. Если бы я даже был туннельной крысой, я бы заблудился ее. Ну что, сюда что ли? Куда идти-то? А, ну вот, наверное, да. Босс файт.
Да ты какой-то не очень. Вроде бы. Голова. А что у тебя за... Что тебе отрубить-то? Или ты или ты не он? У тебя вторая фаза есть, так бы сразу и сказали. Вау. Начинаются чудеса. Так, что поставить-то? Тон-тон-тон-тон. Это что? Добавлять физический урон. Ну, я могу здоровье поставить еще. Хилку или хилку. Сколько у меня хилок? Ну, хилок и так 15, куда больше-то. Лучше, что ли, это оружие? Какое вот это? А, кстати, одиночное крепление мне дали какое? То. Какое то? Какое оружие? Какое вот это? 93. Высокое, низкое, высокое, низкое, среднее. А что вот этим попробовать? Где там шорткатик-то был? Здесь вот. Нахер. Извольте пойти нахер. Ай! Ёп! Пский, мопский. А дальше куда? Ну, тут другого прохода нет, правильно? Сюда или не сюда? Куда? Вылечился, называется.
Пипец, шорткат называется. Хер вспомнишь, куда идти. Бля, не сюда ведь иду, да? Иди в жопу. Эй. Эх, ебать, ваншот, что ли? А, понятно. О, лежит что. Hey, mom, it's me, Largo. Listen, I can't make it home for Christmas, and I know that's gonna be a bummer for Grandpa. But I've got a really good word. It's not exactly a promotion. In fact, I quit. I'm not doing IT for CreoNet anymore. I know, 10 years and could have been a senior technician, but damn. So what? Really? I joined the search and rescue team, Mom. I wasted so much of my life in front of a screen. And finally, I'll be helping people. Так, сюда, да? Или нет? Так, все, лечиться я не буду. Сюда. Вроде бы. Когда-нибудь я это запомню. Не сейчас. Не прямо сейчас. Да пошел. Так, а дальше куда? А, дальше вот сюда. Ай. О, блядь. Это какой-то длинный шорткат, по-моему. Слишком. Совсем не шорт. Запаришься бегать. Может, покороче есть? Ну, зачем они убрали урон от падения, добавили? Зачем? Нахер он нужен? Так удобно было. А теперь что? Если я прям пойду. Вообще гениально. Прямо в тупике кажусь. Так. Сюда. Сюда. Да.
сюда. Это не то, что я сделать хотел. Блин, они еще и дрону сюда добавили. Чтобы жизнь медом не казалась, наверное, да? Судя по всему. Выносливостью тут, конечно, нам немерено. Чё хоть ты умеешь-то? А, вот так вот умеешь. Бить когда? Сейчас. Нет. Хотя да. Сейчас гранатами начнешь швыряться. Ой. Что-то задумал. Нехорошее. Блять. Да нет! Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я знаю, ты... Ты могуч? Ты летаешь в стае туч? Так. Главное не нервничать. Ой-ой-ой-ой. И не торопиться. Это плохо. Не-не-не. Уходи, 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 уходи. Уходи, уходи. Нет, 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 нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вставай, дружище, вставай. Так, что задумал? О! Атака ракетная. Понятно.
Два раза бить нельзя об свет этой атаки. С этой можно. Опять ты. Хламотроном прикинулся. Вылечись-ка я, пожалуй. Уходи. Опа. Котик, ах ты сука. Нее тебе по башке, еб. Ну вот. Здоровый, бля. Большой такой. С моей разволькой. Копье коготь. Версия 2.0. Хрена себе, копье. Больше на дубину похоже, ептать. Ну, наверное, все, да? Сюда, что ли? Где-то дырка-то была, я видел. Сюда вот. У меня пищалки-то нету. Надо за лутом следить. Без пищалки-то. Ой, ё. Ничего, что-нибудь кто-нибудь скажет? Типа, молодец, поздравляем, вы победили кота. Знаете, вам с 1500 запчастей. 70 уровень. Блин, я, конечно, того чувачка не спас. One voicemail recovered from previous visit. Creo. Keeping your memories close to heart. Look, Warren. I know I can't talk you out of this. I hope Creo works out for you. I really do. Remember that t-shirt you wanted when we were at the park? And I told you it was stupid? Iron Mouse. Well, I bought you one. It's not stupid. It's important to you. I get that. I want you to wear it when you go for your interview today. Okay? Good luck in there, sugar. А Ворон это, наверное, вот как раз железный железная крыса и был, да?
ну, ржавая крыса, да, который улетел на ракете у меня. То есть не улетел, не долетел. А я его не спас, потому что поехал не в ту сторону. Нормально, чё. Гениальный план. А я могу... А, нет, не могу. Хотя... Так же могу сделать. Тоннель на тоннеле и тоннелем погоняет, называется. Лифтами погоняет. Куда пришел? ХЗ. Сюда идти? I can't believe you beat that thing. Carbon Cat mascot was beyond out of control. I'm just glad you survived. But listen. I finally hacked the encrypted mission briefing the boardroom sent to my chief. It explains a lot. Что объясняет? Что-то знакомое место. А. А. Б. Это самое начало, что ли? Круто. То есть вот эти ворота открылись, да? Теперь я буду думать, что бы дали за спасенного крысеныша. Блин, как обычно. Ну ладно. Я думаю, ничего сверхъестественного бы не дали, конечно. Но, может быть, сюжетик как-нибудь изменился. Дополнился. Так сказал. Изменился-то вряд ли. The search and rescue team is currently hiring. Apply now. Wow, you made it back. Are you all right? Ну, как сказать? Что ты знаешь о том парне ржавой крысе? Что говоришь, указаешь? Что ты знаешь? What do you know about that guy in the rusty rat costume? Finally! Someone who's still alive! Maybe you can get him out of there. He must be one of the last human mascots. Creo's been trying to phase them out, but their replacements, the synths, they sometimes, well, it's kept quiet. Что говорил? What else do you know? It's like they knew something was gonna happen. They wanted my search and rescue squad on high alert. We've been watching for signs of failure in an electromagnetic containment field below the park. And what were they keeping down there? Huh. Would you be shocked to know it was that black nanite sludge? Turns out, Creo was working on creating some kind of self-replicating nanotechnology called Project Utopia. Надо тебя оттуда вытащить. Откуда оттуда? Что еще известно о утопии? Were you able to uncover any... From what I've been able to hack, this Project Utopia may be at the root of every... Apparently... The Resolve program has had Project Utopia was some sort of plan B. Looks like a single Utopia rocket could disperse them through damn near the whole... It would achieve the same result as hundreds of Resolve rockets. I think the nanites programming got fried, just like everything else. This place isn't safe. We've done what we can. We should get you out of here. Actually, I've been thinking I should stay here for now. Someone will need to guide them. But thank you for everything. Without you, I'd never have known what had happened to my team. I would always have to wonder. You should go back to the factory. Try to find the boardroom. It's clear the board knows exactly what is happening. I'm sure you'll find the answers. Here's a map to the executive forum. Good luck, my friend. Good luck out there.
В общем-то, вот и все DLC, я так понимаю. Всем пока.